Я хочу увидеть идеальный ускоритель прокачки. Я сказал, идеальный. Превосходно. Отныне существует два калибра. Не пугайтесь, сейчас все объясню. Первая версия привычная, бесплатная. А вторая, условно говоря, коробочная. Вы, как и раньше, можете продолжать играть в привычную версию. Но, если вам не нравится продолжительная прокачка оперативников, то обратите внимание на Калибр Плюс. Калибр Плюс — это новый товар, который значительно улучшит ваш аккаунт. Навсегда. Первое и главное — оперативники для вас будут всегда максимального уровня. И неважно, это те, что уже есть на вашем аккаунте, или новые, которых вы купите в будущем. И даже совсем новые коллекции, которым только предстоит оказаться в игре. Все они, после покупки, сразу же будут максимально готовы к бою. Вам больше не придется тратить 420 тысяч кредитов на прокачку каждого бойца. Сэкономленную валюту можно использовать для покупки новых оперативников, личные навыки которых сразу станут вам доступны. Или для покупки альтернативных улучшений. Да, начиная с версии 0.22.1, инструкции из игры пропадут. Будет достаточно просто купить за кредиты неизученные улучшения, а потом свободно и бесплатно между ними переключаться. С Калибр Плюс у вас будет постоянный доступ к созданию пользовательских боев и расширенной статистики. Даже без активного премиума навсегда. Калибр Плюс позволит сконцентрироваться на боях, изучении оперативников и четко отслеживать развитие вашего уровня игры. Калибр Плюс будет доступен для покупки на официальном сайте, в Стиме и в ВК Плей за 1990 рублей. С 20 декабря по 3 января будет действовать скидка 15%. Успейте забрать по выгодной цене. А для игроков, которые уже успели купить и прокачать большое количество противников, мы подготовили особые условия. При наличии 35 или 50 полностью прокачанных оперативников вы сможете купить Калибр Плюс за монеты в клиенте игры. Причем со скидкой. Это предложение не ограничено по времени. Если до получения скидки вам не хватает какого-то количества прокачанных оперативников, то продолжайте их развивать в спокойном режиме. Как только бойцы достигнут 15 уровня, предложение станет доступно на странице ускорения прогресса в клиенте игры. А вот самые эффективные ветераны игры смогут получить Калибр Плюс абсолютно бесплатно. Если вы полностью прокачали 72 оперативника, то обязательно зайдите в игру с 20 декабря 2023 года до 17 января 2024 года. Откройте страницу премиум и нажмите на кнопку «Бесплатно». В качестве нашей большой признательности за ваши труды, после нажатия на кнопку вам на аккаунт будет зачислен не только Калибр Плюс, но и эксклюзивные предметы. Добивание «Разве это удар?», эмоция «Профессионал» и эмблема «Живая легенда». Если до 72 полностью прокачанных оперативников вам немного не хватает бойцов, то вы можете их успеть прокачать до начала технических работ 17 января. После начала технических работ данное предложение будет недоступно. Пожалуйста, будьте внимательны и успейте забрать подарок. Если у вас появились вопросы, то читайте статью на сайте, ссылку оставили в описании. Там мы подробнее рассказали про Калибр Плюс и ответили на самые частые вопросы. Ну и не стесняйтесь оставлять комментарии на наших страницах в соцсетях. А я с вами прощаюсь, до встречи в бою! We'll be right back.